подлещик на фоне Старобешевской ТЭС. Уже солнышко село, должен быть вечерний клев. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, поклевка. Ого. Ребята, сейчас немного перекусим под килушку. Давай, Кантер, возьмем, взвесим. Произошла очередная поклевочка. Только отошел от одного места. Друзья, поклевка. Есть, успел. Друзья, всем привет! Вы на канале Виконста. Наконец-то выбрался на рыбалку. Приехал сегодня я на Старобешевское водохранилище. И буду пробовать сегодня ловить рыбку. Приехал я, ребята, с ночевкой. Будем потихонечку раскидываться. Ну и надеемся, что ролик снимем отличный. На рыбалку я приехал с Федором. Всем привет, ребят! Сразу же поставь палец вверх. Обязательно подпишись на канал, если ты не подписан. Ну и всем хорошего просмотра. На этот крючок мы оденем опарика. Парочку опариков. Они в любом случае не слетят. Ну а на второй крючок мы подцепим червячка. Так, ну что, друзья, первый есть. Есть. Так, все, идем дальше. Здесь мы будем вешать кук чесночный. Раз. И два. Есть. Третья есть, третья есть. Так, теперь остается ждать нам поклевочек. Ребята, очередная поклевка. О, уже что-то есть. Наверное. Не, есть. Да, хорошая поклевка, но немного проспал. К берегу пошел. Сейчас фрикцион чуть подтянем. Пошел, ребята, к берегу. Ну, что-то небольшое. Совсем небольшое. Ну вот, ребята. Вот такой вот подлещик. Взялся. Ну что, вот и потихонечку размочили. Это... Спасибо. Это во сколько первая поклевка? 6 часов. Вот такой вот подлещик. Ну что, будем его в луночку окунать. Ну и дальше, друзья, заряжать кормушку. Вот такой вот подлещик на фоне Старобешева. Старобешевская ТЭС. Перенаживился, повесил
куки чесночный и медовый. Ну и в придачу опарика. Поехали дальше. Друзья, решили немного перекусить поклевок. Пока нет, да, вот сальцо, лучок, здесь яички. Ну, порядок. Ну и будем обедать. Всем приятного аппетита. Кто хочет, тот присоединяется. Ребята, трусите холодильники. Красивый закат. Как ни крути. Еще ветер немного стих. Вообще отличная погодка. Кстати, миля все заняты. Ну и с той стороны на большом выходе канала люди тоже сидят. Потихоньку приезжают ближе к вечеру. Начинают стягивать движуху на водоем. Так, друзья, будем сейчас закидываться. Уже солнышко село. Должен быть вечерний клев. О, как хорошо летит. Вот, друзья, еще одного вытащили подлещика. Вот так, если сравнить с рукой. Вот такой вот. Друзья, очередная поклевка. Походу, что-то есть. К берегу все идет сразу. Небольшое. Ну, хоть радует клев. Брыкается еще. Подлещик. Друзья, поклевка. Есть, успел. Только отошел. Так сразу. Поклевочка. Холостая, что ли? Угу. Холостая. Ну ничего. О, как бьет. Бьет хорошо. Ребят, ну короче, такая ситуация. Камеру я свою снял на время. А оказывается, еще одна поклевка произошла. Вот это пару килл. Под килушку. Пару килл здесь. Давай кантер возьмем, взвесим. Я, у меня есть камер, кантер, я сейчас тебе взвешу. Сейчас посмотрим, сколько здесь. В нем. Кило 390. Ну, чуть ошибся. Ну, ничего. Видно, да? Ага. Ну что, друзья, продолжаем ловить. Ну что, друзья? Я довольный. Какая-то не сильно интересная была. Еле-еле. Опять подлещик. Когда уже карп здесь возьмется? Ну, елки-палки. Невнятная поклевка, ну... Ничего. Вечер только начинается. Ребята, сейчас немного перекусим. Уже время практически, сейчас скажу,
22:44. И будем немного ужинать. Потому что сейчас у рыбки, походу, тоже перерыв. Ну и мы решили немного тоже поужинать. Так что всем приятного аппетита. Вот, друзья, произошла очередная поклевочка. И вот такой сомик попался. Ну что, будем продолжать рыбалочку? Да, все-таки, друзья, кто-то здесь есть. И звезда как раз полетела. О! 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 Как фрикциончик отрабатывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. О! Ой-ой-ой-ой. Да, это уже явно не подлещик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Красота. Кстати, друзья, у меня кайдовская катушечка стоит. Ой, в камышек повел. Ой, повел. Назад, давай, 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 давай. А вот и сомика дернули. Так ты видел, как зацепился? Смотри. А, сбоку. Сверху. Вот он, друзья. Вот такой вот красавчик. Усатый. А, чуть не ушел. Вот это трэш будет. Да. А руки затрусились аж. Вот и подошло время прощаться. Сегодня вам показал немного рыбалки. Наловился рыбы я вполне и достаточно. Время провел на природе отлично. Кому понравилась эта серия, поставьте палец вверх, поддержите меня. Но чтобы не пропустить новые серии, обязательно подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик. С вами на канале был Виконста. Пока-пока.